Здравствуйте, уважаемые телезрители и участники акции от оптичной сети «Флория. Здоровье в каждый дом». С 10 ноября 2020 года по 10 января 2021 года любой желающий мог совершить покупку на сумму от 2000 рублей, приобрести заветный купон, тем самым получая уникальную возможность выиграть приятные и полезные подарки. Принять участие в акции могли все жители Забайкальского края. Сами подарки в себя включают сертификаты на сумму 1, 2 и 5 тысяч рублей, а также глюкометры, тонометры, небулайзеры и многое другое. Ну а самый главный приз – это 100 тысяч рублей. Итак, 10 января все купоны участников были собраны, и сегодня в составе комиссии и представителей аптечной сети «Флория» мы подведем итоги акции «Здоровье в каждый дом». Ну а перед тем, как мы начнем дарить подарки, предлагаю вам поближе познакомиться с аптечной сетью «Читы» из Забайкальского края. Аптека – это не просто возможность приобретения лекарственных препаратов для лечения различных заболеваний. Современные аптеки – это широкий спектр оказания услуг и предоставления новейших лекарств, а еще консультация фармацевта. Более 50 аптек по всему Забайкальскому краю уже на протяжении многих лет обеспечивают своих покупателей необходимыми качественными препаратами. Огромная аптечная сеть «Флория» – это незаменимый помощник в сохранении вашего здоровья. Помимо рядовых лекарств, компания заботится и о тех, кто страдает хроническими заболеваниями. С помощью современных лекарственных препаратов и оборудования позволяет забайкальцам вести полноценный образ жизни. В нашей аптеке представлен большой ассортимент сахароснижающих препаратов, как таблетированных, так и инсулина, в том числе и каких-то новых препаратов, которые только появляются, так как фарминдустрия не стоит на месте. Лечение сахарного диабета невозможно без самоконтроля. Поэтому в нашей аптеке представлен выбор глюкометров, тест-полосок к ним, а также шприц-ручки для введения инсулина, расходные материалы для инсулиновой помпы. С каждым годом аптечная сеть становится доступнее для забайкальцев. Также аптеки могут предоставить различные средства гигиены, косметику и даже диетическое питание. Весь ассортимент проходит тщательную проверку и маркировку, что в очередной раз доказывает, «Флория» заботится о своих клиентах. Специалисты нашей аптеки высокопрофессиональные фармацевты. Мне всегда помогут в выборе глюкометра, подскажут, как правильно вводить инсулин, помогут разобраться в расходных материалах для инсулиновой помпы. И иногда беседа с фармацевтом выливается прямо в мини-занятие школы сахарного диабета. Компания работает с российскими и зарубежными производителями лекарств и медицинских аппаратов. Особенностью является и профильное направление в лечении сахарного диабета. Аптечная сеть старается обеспечить население региона необходимыми лекарствами и помогает следить за здоровьем в реальном времени. Сотрудники аптечной сети следят не только за вашим самочувствием, но и создают для вас хорошее настроение. Наш коллектив аптеки поздравляет всех жителей города Чита и Забайкальского края с наступившим 2021 годом. Мы от всей души желаем вам здоровья, бодрости духа, замечательного настроения и всегда ждем вас в нашей аптеке по адресу Ленина 40. Аптечная сеть «Флория» – это качественные и проверенные лекарственные препараты, медицинское оборудование, детское и диетическое питание, средства по уходу за больными и помощь в выборе необходимых лекарств. Программа лояльности, действующая во всех аптеках сети «Флория», позволяет выгодно сэкономить, пользуясь накопительными картами. Это дает уникальную возможность рассчитаться бонусными баллами до 50% от стоимости покупки. Сайт аптека24.рф – это уникальная возможность приобретения лекарств, которые можно будет забрать в ближайшей аптеке. А еще это постоянные акции и подарки своим клиентам. Двери аптек «Флория» открыты для вас всегда. Уже совсем скоро аптечная сеть «Флория» станет еще больше. В ближайшие дни состоится открытие в микрорайоне Добротный по адресу Лазурная, 20 и в поселке КСК по улице Весенняя, 27. Аптечная сеть «Флория» – помощник в сохранении вашего здоровья. Счастливых обладателей выигрышных купонов будет фиксировать наша замечательная комиссия. Итак, знакомимся. Наталья Леонидовна Скоробогатова, коммерческий директор аптечной сети «Флория». Лариса Николаевна Пискунова, заведующая аптекой. И Иван Константинович Шершов, фармацевт. И мы начинаем с сертификатов на сумму 1000 рублей. А помогать определять счастливых обладателей выигрышных купонов нам будет София. И первый счастливый обладатель выигрышного купона – это номер 002-121. Следующий выигрышный купон у нас под номером 004-760. Третий счастливый обладатель выигрышного купона – номер 017-128.
Полный список счастливых обладателей сертификатов на сумму 1000 рублей вы можете видеть на своих экранах. Мы продолжаем дарить подарки, и на очереди у нас 10 сертификатов на сумму 2000 рублей. И первый выигрышный купон – это номер 005-638, номер 018-616. Третий счастливый обладатель сертификата на сумму 2000 рублей – это купон под номером 018-605. Весь список счастливых обладателей сертификатов на сумму 2000 рублей вы можете видеть на своих экранах. Сейчас мы готовы подарить 5 сертификатов, но уже на сумму 5000 рублей. Так давайте же определим первого победителя. И это купон под номером 019-990. Следующий купон – номер 209-152. Третий счастливый обладатель сертификата на 5000 рублей – это номер 300-702. Весь список счастливых обладателей сертификатов на сумму 5000 рублей вы можете видеть на своих экранах. А мы переходим к следующей категории подарков, и на очереди у нас электронные тонометры. Ну что ж, София, давай определим первого счастливого обладателя электронного тонометра. И это купон под номером 205-485. София, доставай второй купон. Номер 019-576. А сейчас узнаем, кто у нас будет третьим счастливым обладателем электронного тонометра. И это купон под номером 012-366. Полный список счастливых обладателей электронных тонометров вы можете увидеть на своих экранах. Мы продолжаем дарить подарки от оптичной сети «Флория», и на очереди у нас глюкометры. София, давай определим первого счастливого победителя. И это у нас купон под номером 204-535. А сейчас узнаем, кому достанется второй глюкометр. И это держатель купона под номером 203-813. Третий выигрышный купон – номер 014-911. Ну а весь список счастливых обладателей глюкометров вы можете видеть на своем экране. Но сейчас мы готовы определить счастливых обладателей небулайзеров. Их у нас целых 5 штук. София, так давай же определим первого счастливого обладателя. И это у нас купон под номером 014-824. Второй счастливый обладатель. И сейчас мы узнаем. Это купон под номером 209-374. Ну а третий небулайзер у нас достается держателю купона под номером 014-700. Ну а полный список счастливых обладателей небулайзеров вы можете видеть на своих экранах. Оптичная сеть «Флория» продолжает дарить подарки, ну а мы помогаем определять победителей. И на очереди у нас 5 термометров. София, мы готовы определить первого счастливого обладателя цифрового термометра. И это купон под номером 012-382. Доставай купон, и мы сейчас определим второго счастливчика. И это у нас держатель купона под номером 012-818.
Третий купон номер 003-995. Полный список обладателей электронных термометров вы можете видеть на своих экранах. Двигаемся дальше, и на очереди у нас пульсоксиметры. София, мы готовы определить первого счастливчика? Да, мы готовы, и это купон под номером 017-738. Ну а второй выигрышный купон – это номер 004-905. Третий выигрышный купон – номер 002-193. Ну а полный список счастливых обладателей новеньких пульсоксиметров вы можете увидеть на своих экранах. Ну а сейчас мы подходим к завершению и готовы узнать счастливого обладателя самого главного приза, а это 100 тысяч рублей. София, мы готовы определить победителя? Итак, самый главный приз 100 тысяч рублей достается обладателю счастливого купона под номером 011-498. Алло. Людмила Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы принимали участие в акции от аптечной сети «Флория. Здоровье в каждый дом»? Да, конечно, принимала. Людмила Ивановна, спешим вас поздравить. Вы стали обладателем самого главного приза – это 100 тысяч рублей. Да вы что? Правда? Да, это правда. 100 тысяч. Скажите, а вы несколько купонов закидывали или у вас один купон был? Нет, я один купон, я покупала лекарства в период пандемии и закинула один единственный купон на 2500 рублей. Да, и он оказался у вас, и он оказался у вас выигрышным. Ой, спасибо вам большое, я даже не знаю, как реагировать, Спасибо вам большое. Людмила Ивановна, поздравляем вас еще раз. Почаще участвуйте в акциях и выигрывайте приятные, нужные и полезные подарки от аптечной сети «Флория». Да, спасибо сети «Флория» за такой розыгрыш и за такое неожиданное и приятное сообщение. Спасибо вам большое. От всей души поздравляем победителей акции «Здоровье в каждый дом». Аптечная сеть «Флория» желает вам крепкого здоровья. Почаще участвуйте в акциях, верьте в чудеса и получайте только приятные подарки. С наступившим 2021 годом, друзья! Все разыгранные призы для жителей Читы будут дожидаться своих счастливых обладателей в аптеке «Флория» по адресу Ленина, 40. Ну а счастливчики, проживающие в других населенных пунктах Забайкалья и чьи номера стали выигрышными, ваши подарки будут направлены по месту вашего жительства в ближайшие аптеки. Аптечная сеть «Флория» – это гарантия качества и всегда верный помощник в поддержании крепкого здоровья.